Вы эти макароны питались. Мы питаемся макаронами. Это сосиски рядом нет. Да? Ничего, справимся. У нас есть. Оп, так. Мясопролог. Здесь. Там, да? В дальнюю, да? Было. Слышь, вот, посыл. Одну упаковку. Ну понятно. Хорошо. Здорово. А то вообще без проблем. Вот он. Попробуем, спасибо. И там сразу сквозь, там Дельмана, а так сквозь. Ага. Ждать. Здравствуйте, мужчины. Здравствуйте. Вы гуманитарщик привезли в школу. Помогите нам найти директора или завуча, или кого-нибудь. Или... Да, не знаю, ну до Дебальцева пускай по прямой километров 7. А, да, ну, вот, вот, вот где вот этот мужик, вот тут остановитесь, сейчас я схожу. Вообще есть ощущение, что линия фронта будет только отодвигаться. Ну да, да. В смысле? Ну наши, просто... наши да? Дети, наши дети уехали отсюда. Ну беженцы. Да, 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 да. Ученики наши. А много учеников сейчас? 102 человека сейчас. Было 50, 80, 90, сейчас 102. Вы возвращаются люди. Ну понятно, да, мы. Потому что мы надеемся, что уже нас не будут стрелять. Хотелось бы верить. Я так думаю. На ту сторону. Так, то есть их надо до упора, да? Потому да, прям езжайте туда, до самого, до самого. Это вы у нас в ЛНР приехали к нам или в Донецк еще приехали? Везде, мы сейчас в дороге в Донецк. Да. У нас еще город, наверное, 10-й какой-нибудь. Сейчас припаркуются. Крыша вся течет, оно здание содрогалось. Памперсы здесь могут пригодиться? Есть немножко памперсов? Конечно. Давайте у нас отпустим. Рождаются и дети. Понятно. Жизнь продолжается, ребята. Жить надо. Ну, со мной не будет. Как можно в вокзале?